Что это такое? Это песочные часы, на которых, видите, нарисованы улыбающиеся зубики. А для чего они нужны? Ну, мы прекрасно знаем то, что зубы нужно чистить определенное количество времени, чтобы это имело смысл. И приучить к этому ребенку, ну, достаточно проблематично. Он будет как-то, ну, нехотя все это дело делать, да, поэтому есть вот такие часы. И можно как игру с ребенком сделать, да, то, что пока они не тикают, а сыпятся, да, это время ребенок должен чистить зубы. Насколько помню, 2 минуты в них заложено. Насколько это точно, пожадничал или нет китаец песка или насыпал наоборот больше, ну, надо сделать замеры. Я не думаю, то, что это надо делать в рамках данной распаковки, поэтому, ну, будет что? Заходите в группу ВКонтакте. Отдельно специально замерю, насколько времени это уходит. Запаха нету, ничего не люфтит, все безопасно, пластик. Вот. Там оставлю отзыв, сколько времени, ну и так далее, и тому подобное. Прям секундомером специально замерю, чтобы точность, да, знать, насколько хороша. Давайте дальше.